И в завершение выпуска о погоде. Пожалуйста, послушайте внимательно это сообщение. МЧС Чувашия предупреждает о неблагоприятных погодных условиях этой ночью и днем 1 июня. В связи с прохождением циклона в ночь 31 мая на 1 июня на территории республики ожидается ветер до 12 метров в секунду, а при грозе порывы до 17 метров в секунду. Местами сильный дождь. Будьте внимательны.